Краткий пересказ поэмы «Крестьянские дети» Николая Некрасова. Если в двух словах, то сюжет поэмы разворачивается следующим образом. Автор поэмы общается с крестьянскими детьми и видит, что все занятия сельской ребятни сильно отличаются от досуга городских детей. Однако позже понимает, что у этих детей нет будущего, так как никто из них не получает должного образования. А теперь немного подробнее. Читая первоначальные строчки этой поразительной поэтической работы, мы оказываемся в небольшом сарае, куда забрел усталый охотник и прилег отдохнуть. Он крепко заснул, так как охотился длительное время, и не слышал, как сквозь щели на него глядят несколько пар пытливых детских глаз, которые никак не могут понять, мужчина лежит живой или бездыханный. Наконец он проснулся, и сразу же он услышал переливистое пение птиц. Ему удалось различить ворону и грача, и вдруг взгляд незнакомца наткнулся на крошечные шустрые глазки. Это были детишки, которые с большим интересом разглядывали незнакомого человека. Они тихо переговаривались между собой и кидали свои взоры то на амуницию мужчины, то на его собаку. Когда же детвора заметила, что незнакомец за ними наблюдает, некоторые из них убежали. А поздним вечером уже было известно, что прибыл к ним в поселение богатый господин. Поселившись в деревне на летнее время, барин наслаждается красивыми местами и совместно проведенным временем с детьми. Автор многообразно обрисовывает их жизнь, которая наполнена различными играми. И, конечно же, поразительно то, что все занятия сельской ребятни сильно отличаются от досуга городских детей. Мы видим, как какой-то мальчуган с наслаждением купается в реке, другой нянчится с сестренкой, озорная девчушка скачет на лошади. Одновременно ребята помогают взрослым. Так Ваня пробует свои силы в сборе урожая хлеба, а потом с величественным видом везет его домой. Им некогда болеть и думать о пустых вещах. Дни пролетают для них моментально и счастливо. И все самое познавательное они узнают от старших. Но Некрасов отмечает и другую сторону их судьбы. У этих детей нет будущего. Они играют, трудятся с удовольствием, но никто из них не получает образования. И, соответственно, не станут они достойными и почитаемыми людьми в обществе. В поэме Николай Алексеевич Некрасов вставил яркий момент, где описывается трудовая деятельность детей. Как-то раз холодной зимой поэт, видимо охотясь, встречает маленького ребенка, который помогает отцу вести дрова. Это происходит в очень сильный мороз, и он вынужден помогать, так как в их семье всего двое мужчин. Дальше Некрасов вновь возвращает нас в начало поэмы. Отдохнувший охотник стал показывать детям, какой у него умный пес. Но тут началась гроза, и ребятишки разбежались по домам, а рассказчик пошел дальше охотиться. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.